подошел к концу наш вечер сегодняшний. Мы только что вернулись с мюзикла, наверное, так можно сказать, «Дон Кихот». Все было в стиле фламенко. В общем, я вообще во восторге в полном. Мне очень все понравилось. Как бы все очень современно сделано. Танцы вообще супер, прям все такое супер. Очень необычно было, что на сцене были кони. Вот, там всякие пируэты выделывали. В общем, прям супер было. Мы, конечно, подустали, но эмоции дают сил, так сказать. Ну, если вкратце, то мне Испания понравилась, как бы она мне близка по духу, но, наверное, в Майорке просто именно испанского вот какого-то все-таки мало. Здесь больше, ну, чисто пляжный отдых, вот, хотя он мне тоже нравится, но тем не менее. И, наверное, я бы еще съездила в Испанию, ну, конечно, уже не в это место, а куда-нибудь, там, не знаю, Барселону, например. На пару дней. Да, 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 да. Вот. Ну, в принципе, мое впечатление суперское. Сам. Закончилась неделя в Испании, на Майорке. Мои впечатления, море здесь хорошее, можно поплавать. Первый план. Ну, окей, да, до обеда. Но потом очень жарко, жутко жарко, поэтому надо все время быть в тени. В общем, это как-то не очень. Я не фанат пляжного отдыха, в отличие от Даши. Поэтому вытерпел. Вот, были в Пальме, там, в принципе, симпатично, походит на такую старую Испанию. В общем, что еще сказать? Как твои впечатления от вчерашнего представления? Да, мы еще я не фанат танцев, поэтому, ну, было необычно. А чего же ты фанат? Виндсерфинга. Кстати, расскажи, на чем мы поплавали, попробовали. Что? Мне понравилась лошадь, который белый конь, который танцевал фламенко. В самом начале, да, первая, которая? Да, прям. То есть он как бы и туда-сюда ходил, и прям ногами по-разному делал. В общем, мы плавали на стендап пейл. Это как бы доска для серфинга, это самое. Но при этом дают весло, чтобы грести, когда нет волн. А волн там нет всегда. Поэтому ты просто стоишь и пьешь. Ну это было типа, чтобы рыбок посмотреть. Ну, просто да, поплавать. То есть мне понравилось, что можно отплыть подальше, а там как бы типа поплавать, понырять и все прочее. А, было интересно. Ну все, Даша уже отвлекается. Надо заканчивать. Хорошо нам доехать до Москвы. Все, пока-пока. Чао! Поцелуй прощальный. Воздушный. Ах, Испания, да? А это мы в аэропорту. Затоварились уже. Вот наш бэг. Ну, там, наверное, не видно самолетов, ну, в общем. И это была Испания.